Ну что же, всем привет, дорогие друзья. Вышла наконец-то Minecraft Dungeon бета хотя бы. И давайте попробуем немножко в нее поиграть. Я вчера уже пробовал, поэтому у меня персонаж второго уровня. Давайте-ка мы ее сменим на нулевой уровень. И попробуем играть с самого начала. Так. Начать игру по сети. Ну что же, вот у нас первый уровень. Сейчас посмотрим, с чего же у нас тут начинается. Начнется у нас заставка. В общем, архизлодеянины приспешники. Они носятся тут по деревням и сжигают и хулиганят. И селянам нужна моя помощь. В общем, начинаем игру с того, что нам нужно пройти первую деревню. Так, ну да, пойти в деревню. Ходим по стрелочкам. Вот у нас. Ходим, тыкаем клавиши. То есть чем-то на самом деле мне, если честно, очень напоминает игру Диабло. Была такая. Тут тоже вот. Хилиться можно, также сердечко, единственное, только я не вижу, что была мана. Управление очень простое, мы просто тыкаем кнопкой, и, собственно, на этом весь геймплей заканчивается. Вот зомби, второй, с них выпадают эмеральды, мы дальше идем вперед сквозь деревню. Так, стрелы. Подбираем стрелы. Вот у нас лучник первый. Значит, нужно задание застрелить лучника. Правой кнопкой мыши я зажимаю, коплю энергию. Так, понятно. Надо отойти так, чтобы был прицел. Чтобы ничего не мешало. Окей. Так, тут у нас ничего нету. Идем дальше. Дальше. Так, ну этого я, наверное, стрелять не буду. Так, мы его победим. Окей, дальше лучник, правая кнопка мыши, готов, эмеральд, собираем, окей, дальше я иду, зомби, вперед, быстро, окей, пока все очень просто, так, это у нас ребята из замка, кто помнит их, из простого Майнкрафта, припасы, отлично, меня добавляются стрелы и хлеб. Так, хлеб прибавляет жизнь. Вот до соточки добило. Окей, так. Дальше. Защитить внутренние врата от врагов. Так, идем дальше. Идем вперед. Что же мы тут видим? Мы тут видим памятник жителю деревни, я так понимаю. Регенерация, от чего она была? Вот этот у нас злодей. Так, и вот он нам кастует. Окей, я получил новый уровень. Наложение чар. Открываем инвентарь. Уровень второй. Зачаруйте снаряжение. Я могу зачаровать либо лук, либо меч. Я, наверное, попробую зачаровать залп и ускорение. Нет, дайте-ка мне лучше оглушение, острота. Окей, прокачаем остроту меча. Так, все, мана у меня, я так понимаю, закончилась. Ноль, да. И персонаж имеет 3-2 уровня. Окей, идем дальше. Я слышу вокеров. Готово. Так, и в инвентарь у меня добавился теперь артефакт. Щелкните правой кнопкой мыши. Так, теперь на кнопке 1, я так понимаю, да, у меня теперь находится артефакт, который можно использовать в любое время. На кнопку 1. Угу.
Стрелять во врага правой кнопкой мыши. Понятно. Это было зря, ну ладно. Артефакт у нас... А, он копится. Артефакт копится. Получится ли у меня простой стрелой его? Да, все хорошо. Быстро-быстро-быстро бежим за лучником, зомби. Вот тут сундук. Я пока не знаю, как его собрать. Пройти я туда не могу. И что с этим делать? Пока мне тоже... Нет, непонятно. Ладно, может быть, разгадка будет позже. Так, зомби, эвокер. Ну да, вот реально напоминает Диабло. Прокачка такая почти как деревом. Такой. Единственное, только нету маны, есть только жизнь. Это что вообще? Хилится, наверное. Окей. И вот я пришел в лагерь. У меня защита на победа. И... Дальше мне предлагают следующий уровень. Путешествие в лагерь. Окей, так, сундук злобный. Что дает он мне? Удочку. Интересно. Так, значит, я в лагерь вхожу. Что у меня тут есть? У меня тут ничего нету. Видно, что я на скале. На какой-то дом. Верстак. Но это как бы, не знаю, похоже больше на декорации какие-то. Ну, вообще, наверное, сюда, мне кажется, что-то можно будет вешать и класть стойку для брони. Может, нет, не знаю, пока не уверен. Ладно, проходим дальше. Попробуем выбрать следующую миссию. Так, мне предлагают, что миссия 1, значение, лагерь криперов. Ну окей. Тут можно, я так понимаю, либо в этом уровне. Ладно, пробуем начать пока первую. Я вот в это я уже играю точно первый раз. Дальше я пока не пробовал. Я проходил только первую миссию. Дальше пока. Окей, так, опять архизлодей. Свободный народ. Пленные селяне ведут на работу. Найдите караван и остановите злодеян. Иначе наших друзей ждет ужасная смерть. Ну, да, звучит грустно. Ладно, я вижу, там будет много интересных врагов. Значит, что у меня есть? Стрелы, артефакт также остался. Ладно, пока это просто. Это все очень просто. Регенерация. Окей. А, вот у нас какой-то посильнее босс. В броне зомби. Какой-то зомби-солдат, что ли, не знаю, как его назвать. Ну да, он уже рубится не с первого удара. Так. Врагов побольше, конечно. Но пока я справляюсь очень легко. На самом деле, похоже, реально какой-то кликер. Потому что я только чем управляю, я только тыкаю кнопкой мыши. И, собственно, на этом пока... Все заканчивается. Так, вот меня ударил зомби, но это было что-то такое. Зелье ускорения. Ага. Понятно. Да, так, это у нас что? Опять много зомбаков. Регенерация у меня включилась. Да это, наверное, выпадает лут. А, да из любых зомби на самом деле. Ускорение.
Так, мать учения, тут закрыто, значит, нужно найти где-то переключатель. Так, я слышу звук деревенских жителей. Ну, во всяком случае, это так называлось. Ха. И пока я не пойму. Да, вот. Привет. Найдите караван. То есть вот он был. Это деревенский житель. Заточен. Тут у этих злобных ребят зомби. Так, дальше. Пока опять же все очень просто. Слишком просто. Так, вот первый какой-то баг. Я застрял в... Ну, может, не застрял. Может, в лианах так и нельзя проходить. На самом деле, неизвестно. Так, сила. Окей, сила это нам пригодится. Динамит. Ну, наверное, я его как-то могу кинуть. Правой кнопкой мыши. Понятно. Правая кнопка мыши, я кидаю динамит, все взрываются. Потерялись. Нет, не потерялись. Вот тут стрелочка. По ней, собственно, нам и нужно идти. Так, стрелка показывает куда-то туда наверх. Посмотрите, как интересно, камни в виде криперов. Так, вот, кстати, а вот и крипер. А как с ними воевать? Сейчас мы это узнаем. Крипер. Ну, крипер, он убивается с одного удара. Как бы это слабовато в Майнкрафте, насколько мы помним, если у нас каменный меч, то нужно 4 удара. Здесь, похоже, железный меч, но все равно, по-моему, в Майнкрафте нужно было 3 удара, чтобы убить крипера. То есть пока очень легко. Пока все идет очень легко. Так, бутылка быстроты. Угу. То есть выпадает лут, и он сразу идет в действие. Его применять не нужно отдельно. Опять же, это очень просто. То есть фактически от меня действий никаких не требуется. Также лук мне не нужен, потому что не все в пределах досягаемости меча, все враги. Поэтому лук даже пока не нужен. Так, выпады. Окей. Это у нас что? Зомби, зомби, зомби. Паук. Ой, корову закидал. Так, у меня новый уровень. Так, паук. Опа, паук кидается на ты самый. Так, мне кажется, вот здесь уже можно было бы применять лук. Ну да ладно. Так, я не потерялся, что мне надо карта. Так, тут есть карта. Ну да. Но тут на самом деле достаточно сложно заблудиться. Так, давайте попробуем открыть инвентарь и посмотреть, что мне предлагают на прокачку. Я думаю, это что, удочка, топор. А, топор. Я могу поменять оружие, изыскать или добычу. Если мне... больше изумрудов, спавших врагов, а это повышает шанс упадения расходных материалов. Это у нас на топор. Тут ничего не предлагает. Давайте попробуем лук тогда. Ускорение или залп. Ну, окей. Ну, давайте прокачаем ускорение на лук. Окей, так. Идем дальше. Овечка. Ее тоже можно убить. Ну, собственно, не знаю, что мне это дало.
Ладно, идем дальше. Нам нужно найти караван. Вот смотрите, там паутина. И тут внизу паутина. Так. Пауки. Окей. Пробуем лук. Пауков много. А я один, как говорится. Ой, тут много пауков, правда. Они... Бля, вот я попал в ловушку. И тут мне поможет только стрела. Так, 113 стрел. Окей. Опа, тут много пауков. Быстро, 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 быстро бежим. Опа, тут очень много пауков. Очень много пауков, но все равно это достаточно легко. Это все достаточно легко. Хрюшка. А что она? Это какой-то босс хрюшка? Она сундук тащит. Хрюшка убежала. Это какая-то волшебная хрюшка. Ладно. Из нее выпало много лута. Это какая-то хрюшка с сундуком. Так, динамит. Мне его бы куда-нибудь кинуть. И кого-нибудь бы... Опа. Освободите селян. Ладно, погнали. Тут я пройти не могу. Потому что спуск здесь. Эвокер свободен. Освобождаем. Ой, это кто? Это какой-то был чувак. Достаточно сильный. Хорошо, вот у нас еще и локеры. А он маг. Давай-ка мы в него кинем ТНТ. Динамит. И он, собственно, скопытился. Так, еще и локеры. И еще. Ну да, это прям лагерь. Маг и чародей, получай. Освобождаем яблоко, зарегенились. Так, и у меня, я так понимаю, остался последний житель, который... Ой-ой-ой-ой-ой. Ну-ка, идите-ка все сюда. Который... А это кто? Так, быстро, маги, 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 маги. А, он регенит этих самых, что ли? Не успел понять, но он, возможно, регенерирует этих дровосеков. Найдите выход. Но это все очень просто, потому что тут показано, где, собственно, у нас выход. Ну и 5 по лайту прошло. Опять у нас зомби. Ну, в принципе, их можно вообще взорвать, но мне кажется, я и так должен справиться. Доспехи волка подобрал какие-то. А, ну, то есть, да, прокачка идет как во всех играх подобного жанра. Так, надо кидать динамит. Вот так. И меч. Новый меч кладения. Слушай, это какие-то злобные чуваки-то. Он меня прям хотел. Так, маг. Нет, 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 нет. Окей, так. Много ребят. Но мы их всех победим. Ну, там, понятно, ничего нету. Вот еще у нас дровосек веселый. Так, ты что тут овечку обижаешь? Только я могу овечек обижать. Так, маг. Опять я нашел меч. Окей. Водичка, локер. Или... Ну ладно, назовем их дровосеками. Так, давай-ка посмотрим инвентарь. Итого, значит, удочка, броня, доспехи охотника. Я могу ее наверняка на себя одеть. Это что?
Вот это мне больше по душе. Плюс один здоровье, аура увеличения ущерба. Зелья лечения влияют на ближайших союзников. У охотника зато плюс 13 здоровья. То есть, как бы это хорошо, когда ты играешь не один. А когда ты играешь один, я так понимаю, вот это будет более топовое. Меч. Урон 12-19. 10-16. А у меня 10-16. То есть, как бы вот этот будет получше. Но это зато зачарованный. То есть, понятно, зачарование у нас идет конкретно на оружие, а не на персонажа. Окей, ладно, идем дальше. Что мы видим здесь? Скелет. Крипер. Оу, ноу. Вот это, кстати, неплохо. Криперы. Мало здоровья. Так, пьем. Да, вот это, кстати, был такой момент опасный. Но, тем не менее. Победа. Окей. Значит, мы прошли, будем это называть первым уровнем, потому что первый был вводный, как нулевой, то есть, считай, это был первый уровень. И я получил... Так, что мне дадут на этот раз? На этот раз мне дадут... бледная поганка. Отважные воины едят бледные поганки перед битвой, впадая в безумие. Так, это что типа берсерк? Так, ну вот я снова на карте. Ну что ж, пожалуй... Кстати, у меня в деревне теперь появились жители. Изумруды и кузнец. Предлагающий торговлю. Ну, я даже не знаю. Вообще, в принципе, наверное, надо попробовать. Давайте попробуем. Давай, удерживать. И что ты мне предлагаешь? Доспехи охотника. То есть, как бы, ему даешь эмеральды, а взамен он тебе дает случайный предмет. Случайно и за случайно бьют отчаянно. Ну что ж, ладно, пожалуй, на этом я сегодня закончу. Всем спасибо за просмотр. Увидимся чуть позже. Всем пока.